Добрый день. Сегодня у нас 17 ноября. Пятница. Вот сегодня решил прогуляться, да и в магазин надо сходить. Температура в районе 20. Не знаю, как у меня получится записать. Сделал мини-штатив такой. Потом я покажу конструкцию, как я это сделал. Ну, вроде должно получиться нормально. Так, что я не понял, где? А вот. Тропиночка. Пойду в сторону аэропорта. Давно я там не был. Надеюсь, сейчас съемка будет более-менее нормально идти. Ну, в смысле, тряски меньше будет. Во-первых, кадровку я поставил. 60 кадров. Ну и плюс придумал, как снизить немножко эту тряску. А именно, я сейчас вот типа со штатива снимаю. Посмотрим. По поводу заказов. Я же заказал себе фильтра. Они уже из Владивостока вышли пароходом. Ну, короче, наверное, на следующей неделе я уже их получу. Потому что они уже... Одна посылка 8-го вышла с Владивостока, другая покинула, по крайней мере, этот центр, где они там собирают посылки. Одна 8-го, другая 10-го и третья посылка 12-го. Так что они уже где-то на подходе, по крайней мере, какой-то из них вот уже в понедельник. Наверное, я уже это буду знать, где она пришла, нет. Не понедельник, а понедельник, а не выходной. А во вторник я уже буду знать, что там первое пришло. Ну, обязательно фильтры. Что-то мне показалось, что я два заказа сделал на одно и то же. У разных. Ну, посмотрим, что придет. Они, собственно говоря, не очень такие дорогие, но... И плюс аккумулятор. А такой морозец поджимается. Yeah.
трасса. Блять, жду, когда он придет сюда, чтобы, блядь, посмотреть, как пройти. Вон он, мостик, видно уже. Так, пальцы начинают замерзать на одной руке. Сейчас буду менять руку. Опа. Как вы понимаете, чувствуется холод, мороз. Что? Так. Поменял руку. Не знаю, как у меня получится эта запись насчет тряски. Думаю, надо бы мне еще механический этот стабилизатор приобрести. Вот сейчас у меня примерно приближен к механическому стабилизатору. Я его рукой не обхватываю, просто положил на руку. Вот она вроде как будто бы по вертикали меньше будет тряски.
вернее по сторонам, короче, идем. Надо механический все-таки приобрести для него. Посмотреть, сколько он там стоит. Потому что электрический на морозе не работает. Там и моторы будут. У меня сейчас центр тяжести внизу. Поэтому из-за этого будет легче, меньше трястись из стороны в сторону. Мне надо будет в магазин зайти. Чуть-чуть повыше поднять. Так, я по крайней мере какую-то ось ослабил насчет тряски. Посмотрим, как это работает. И потом я все-таки приобрету такой механический, чтобы зимой можно было снимать без боязни. Если будет тряска такая сильная. Блин, там что, народу дофига? А нет. Это рабочие просто стоят там. Прошу прощения. Строители. Давай, на полукорчёна есть вот. Две палочки, давай, тут идём. Хлеб у вас есть? А вот, давай вот. Вот такой шоколад я беру. Темный только, так темный. Это какой-то элитный.
темный. Вот Горький. 135. Пить хочу, вчера сидотку новую уже надо. Ноги горят. Это только вечером. Так, посмотрим, как там сделали теплотрассу. По дороге придется идти. Ну, там не чистили нифига. Кафе, бар. Самородок. Мы открылись. Так, вот вам самолетик. Мне все равно на ту сторону надо переходить. Так, зашел в магазин, ничего не купил, кроме шоколадки. Ладно, хоть шоколадку купил. Сигарет нету, какие мне нужны. Там в поселке уже зайду. Так, вон московский стоит. Боинг 777. Или не знаю, какой он там. Вон красненький. Где-то собачка тут лаяла.
скользко. Скользко, однако. О, заводится этот самолет большой. На Москву, который летит. Что-то слышал по новостям, урезали рейсы на Москву до 4 раз. До 4 рейсов. В неделю. Но говорят, сейчас там кто-то еще подключится, другие компании, что ли, еще добавят. Ну не знаю, я в Москву не летаю. Да и вообще никуда сейчас не летаю. Как-то меня женщина спросила. В отпуск ты ездишь, а на материк куда-нибудь. Я говорю, нет. Что-то у меня даже сейчас никуда не тянет. Даже в Москву посмотреть. Нет. Когда увижу что-нибудь такое, о, блин, сейчас бы там побывать. И все, это вот на этом-то и заканчивается. Мое желание. Сейчас бы было бы желание, я бы с удовольствием куда-нибудь катал. Вон. Друзья у меня улетели на юга, не знаю, куда там, в Таиланд или Тайвань, Сингапур и еще куда-то. Не знаю, потом приедут, расскажут. Я не спрашивал, но... Вот, короче, вот такая вот... Такая у нас погода сегодня. Вот сейчас я тут иду, блин. Классно, даже не холодно. Думаю, пока поднимусь до магазинов, я вспотею. И даже ноги в ботинках. Не чувствую, уже не чувствую, что холодно. Ну что, как-то они уже это... Ну, попривыкли. И штаны я уже одел такие утепленные. С начесом. Как говорится, с начесом. Насчет икр. Я заметил такую у себя это. Это, мне надо эти таблетки больше употреблять. Как их называют-то? Которые калий добавляют. Ну, короче, витамины. Вот. Витамины. Вот сейчас мне пришла это, как ее, доплата пенсии. Сейчас, может, съезжу в город, как пенсия придет. Куплю я себе, блин, эти витамины, мультивитамины, вернее, которые по 2000 стоят. Может, сейчас даже и выросли. Я последний раз брал 1.5 года назад. Но летом, когда я ездил в город, вот тогда я покупал.
Сейчас они кончились, и все. Вот. Одна таблетка в день. На 90 капсул. Вот на 90 дней. Это 3 месяца. Я уже не пью, сколько их. Ну, 3 месяца, то, наверное, точно. Вот у меня икры болят, мышцы сводят. Калия, что ли, не хватает. И плюс дополнительно мне надо будет таблетки пить. Ой, как вот это вот. Забыл, как они называются. От судорог в мышцах. Так, я туда вниз не пойду, в поселок. Я вот тут поверху прогуляюсь, вот сейчас до магазина. Так, минутку. Идем дальше. На тропинку, на тротуар вышел. Вон такой тротуар. Красиво. Вот, короче, вот такие у нас дела. Красота. Не знаю, может я сильно, блин, не знаю, как сказать, мало читаю, потому что, и мало говорю, это я только вот с вами, тут, разговорился, так-то дома сидишь, разве что то по телефону. По телефону я резко разговариваю. Говорю с кем. С Серегой созвонились, там полчаса минимум. Ой, он свои наблюдения рассказывает. Я ему свои. Там что-нибудь обсудим. Видео или событие какое-то. Сегодня у меня было с утра очень много. 180-90. Короче, как-то сбил давление. Сейчас думаю, дай-ка я прогуляюсь немного. Подышу свежим воздухом.
сейчас все время наверх идти. А, вот сейчас насчет этого штатива мною придумано. Ну вот. Короче, вот пальцы у меня вот большой и указательный. Вот сейчас вот на таком положении, вот на большом и на указательном пальце у меня лежит этот штатив на двух точках. Вот. Сейчас тут буду переходить. Сейчас бы на велике самое то погонять. На футбайке. Я вон смотрю. Мне подкидывают там рекламку с этого. С Алиэкспресса. Рама. Футбайка 40 тысяч. Причем не абы какая, а карбоновая. Конечно, слюнки проглатываю, но поделать ничего не смогу. Чтобы собрать велик, у меня вот 40 тысяч на раму. Допустим, даже с вилкой. Примерно столько же на колеса. Там руль посидел. Седло. Короче, еще систему, переключатели, тормоза. Это вот примерно обойдется. Я посчитаю, так, на вскидку, еще минимум 50, это не считая колес и рамы. Короче, вот оно так и выходит, цена реальная, это вот то, сколько они ее предлагают, хотя нет, сейчас карбоновые рамы, велосипеды с карбоновой рамой, они стоят дороже. Фу, блин, что стало. Девятый. Королева 9. Эти еще и зимой работают, что оказывается. Парни. До 29 часов.
Так вот и получается. Ну хотя это получается так, что дешевле, это дешево будет, если примерно за 150 собрать этот байк. А где такие деньги возьмешь, 150? Это разве что, если спонсор какой-нибудь объявится, скажет, блядь, вот Жека, на тебе на футбайк, собери хороший велик. Я верю тебе, что ты его сделаешь. А тогда бы я и смог себе сделать такой байк. Он будет даже круче, чем был. А то, что у меня был, на китайской, тоже китайская рама, но она такая алюминиевая. И тот футбайк весил, блин, вот при получении 20 с чем-то килограмм. А я его облегчил до меньше 14. Вот почта наша. Хорошо, она тут рядом у меня. Бабушка. Люди добрые, покурите, пожалуйста. Дайте мне покурить. Покурите. Спасибо. Так, яблоко у меня есть. Мне покажется, картошки нет. Картошка страшная. Так, вот. Куриные всякие эти у нас. Буйволятина. Ого. 655. 600 грамм. 653. Молочка. Производитель Кумрад. Стекольный. Я не там, что ли? А творог. Вот Комарова. Одиннадцатого ноября, что ли, или 17-го, 17-го, то есть это свежий получается, а это возьмем его, и танки. Творог. Пойдем возьмем этот.
все вроде. У меня будет чего взять. У меня там все осталось, пол яблока. Вот, черная пыль давно не было. Хлеб есть. Вот надо что взять. Колбас вот. Фрилазы, ветчина, колбаса. Ну, это местное производство. Всякие эти выпечки. Свинина, рулет 900. Нифига себе. Сырные всякие сыры. Колбаса кремлевская, Микоя. 1600. Колбаса итальянская, салями. 2250. А ну это вот сыры. 300. Да сколько там грамм? 386. А кто запрещал? Видеосъемка ведется с позволения. Да? Сыры, короче, блядь, тут сыры. Вот хлеб. Где это хлеб? Новый. Бородинский. Короче, я вот такой хлеб покупаю. Он 68, что ли. Я уже забыл цену его. Вот к чаю чего я хотел. Такой рулетик возьму. Чай. Заварного тут нету. Все в пакетиках. Ладно уж. Рубль 10. Ты два Максима или? Нет, не ПС, не Максима. Ничего нету. Так, ЛД или этот русский крафт.
А это вот какого Гостовского? А? Донской табак или как? Вот темный какой-то. Темный? Да. Они сотки, да? Нет, обычно. Давайте две. Так. Сразу гладко. Идем. Моя Люба. Появилась посылка. Ну что, теперь выходим. Идем домой. Без яблок я, конечно, жить не могу. Сделал, конечно, я небольшой обход. Магазин. Вот яблоки, там 4 яблока. Не знаю, сколько он весит. Он примерно 300. Примерно 300 с чем-то рублей стоит. 4 яблока вот таких я взял. Ну, килограмм, наверное. Может, чуть больше. Черный принц. А, у меня, я вот вчера последнее яблоко разрезал. Блин, оно такое вкусное. Что-то мне даже напомнило смесь яблока с этим, с грушей. Такой вкус классный, сладкий. Кстати, вот обновление у нас на стройке пошло. Крышу начали строить. Уже каркас сделали. Вот, видите? Я уже и перчатки снял, уже не холодно. Привык. Вот, короче. Как выглядит строение. Трехскатную или двухскатную сделали крышу. Нет. Раз, два, три, четыре. Четырехскатную крышу сделали.
делает, вернее. Ладненько, все. Хватит, до свидания. Пишите. Я пошел домой.